Я бы просто ему ничего не отдавал, он просто хуй положил. У него ни чарок, ни камней до сих пор нет. Просто не отдавайте ему шмот, пускай нахуй ходит за ОД, блять, копит. Нахуй он такой нужен, блять. Можно под друидом кулак? Ну это я лично так бы делал. Не знаю, как вы будете делать. Да хули ты там линкуешь, нахуй, в жопу это си линкани, блять. Пришел сюда, нахуй, вот и собирай, нахуй, это туда, блядь. Блядь, лучше кикни его, нахуй, я хуй знает, это дебил какой-то. Он над нами, над всеми смеется, блядь. Пиздуй отсюда, блядь, собирай ОД, нахуй, в РЛК. Мельки курят, РДД бьют. Мельки не подходят, сейчас босса бить. Потом, лови. Потом на таких дебилов люди смотрят и так же делают, нахуй. Сейчас могу жирный прибежать. Ну да. Что у вас с агро? Прохила по званию не было. Прохила не было, я лег. Сейчас бы на вас пути вайпаться. Танки стампите больших. Unforgiving, забери маленьких этих мобов. В мишку прыгни, забери. Ксенофобия, БР, гнидыча. Ксенофобия, отрядись и БР, гнидыча. Вот дверь бьет. Хуй знает как вам, но я трэш бью. Танк этот трэш возьми, может быть. Таких уёбков сразу без чарок сокетов нахуй гикать и все. Пусть они с хуй сосут. Вчарил грудь и сидит линкует её, кретин ебаный, блядь. Чтоб всем остальным было понятно, нахуй. Если твинка сделаете, нахуй, одевайте его, блядь. Пидор какой-то, блядь. У него персонаж по-любому есть, он просто, блядь, ходит, чтобы вагониться, как уёбок.
Бабл таун приготовь. Протопал. Это рейдж был или что? Я нажал бабл, наверное, не успел агр нажать. Ну, теперь самое время задать вопрос людям. Вот 2-3 тысячи ДПС, это что? 180 людей одетые, что ли, или что? Нет, 200 плюс. Ну, 200 там левел, это уже, я не знаю, у меня 200 ШП пятеру давал. 5 тысяч. Чарки, сокеты. ШП. А тут, считай, 1, 2, 3, 4. 2 мага, 2 друида по 3 тысячи. Вар 3600. Ну, где вы там? Давайте подойдем, бля, сейчас к Ласкутику, я просто посмотрю на вас. Что за уёбки пришли в рейд? Конечно, вы на лотхибе, вы его хуй убьете. Хоть там какой танк будет, там просто увеличивается скорость будет появления вот этого АОЕ урона от периодического, от босса. Рок там или какая-то хуйня вот эта. Просто он быстрее и быстрее будет, и хилы будут не захиливать. Вот этим всем уёбкам, типа маджеста вот этой совы обоссанной, без камней, без чарок, надо ходить в десятку сначала. Одеть там фул 200 шмот, ставить фул камни, чарки, и только потом, блять, плюсовать сюда в 25. Если вы решили обойти систему, нахуй, то вы просто долбоёб. Хилы возле звезды остановитесь. И ДД тоже, наверное. Надо убить жирно, он же все равно прибежит. Да не станьте. А сколько людей тут с гильдии? Unforgiving, он в мишке. Хант, Елдодос, Хилофобия. Я, ну на, сейчас я на гнидыче. Невладность. Ну, задрулю, это понятно, с вас на распределе. Суфле, Яшима на хилах. Слэшер. И все. Ну вот Unforgiven как бы. А Этонус. Единственное, что могу сказать, вот Unforgiven. Он танк или кот? Он танк. Я его попросил в коте. Потому что он я не нашел да, танк с пятерки. Ну, вообще, как бы просто по нему очень просто. Вот смотри, десятку сначала надо ему ходить. Мурана еще сюда. У меня 30 камбов. Не знаю, как сейчас, как бы. Ну. Так, забойник, кто там? Ня, рукотян, кто это, блядь? Это рейд? Это пук. Нет, это пук. А, это танк? Да. Так, не хвала. Нет. Так, кто мне советует в десятку ходить? Войд. Так, чё там? Нехладность. Блять, багается. Ну тоже нехладность. Ну синий шмот нахуй. Ну просто ты пришел не по адресу. 25-ку сейчас тебе не надо. Нахуй таких брать в синем шмоте. Алион. 200-й, но он синий, нахуй не нужен. Тоже нахуй синий шмот. Говно шмот. Просто с РЛК вышли, пацаны. Фокус, я могу ливнуть, если я мимо тут иду, потому что... Ну, ты, ну это заведомо, тебе на будущее просто информация. Ребят, я не шарю, я вот буквально только начал ну, играть. Вот, типа, чтоб понимание приходило, заведомо информация. То есть сначала вы идете после РЛК в десятку нас. Когда вы оттуда фулл шмот фиолетовый выбиваете, чарите, камни вставляете, нахуй. Не плюс 6 к заклинаниям, а плюс 23, нахуй, нормальный. Тогда вы в 25-ку можете смело прислать, вам никто ничего не скажет. А так вас будут обзывать, нахуй кикать. Вот. Хотя бы у этой совы камни есть нормальные, у хилофобии. А тот маджеста вообще пидор. Просто он хуй клал на весь рейд. То есть люди сидят, за него дамажат, и ему еще шмот должны отдавать. Стоит. Че, 25-го не будет человека? У меня на гнидыше нет макроса на добор. Я дал помощника. Привет, ски за войну.
Это что, холипал этого Азраила? Угу. Чё он врет? Чё он в ретрике? Тут же два не надо танка. Может у хилов ДД какой-то есть? Это не ретрик, это залупа какая-то. Тринки на танк. Цвет небес, блин, манускрипт. Какой это ретрик? Это залупа, а не ретрик. Это не люди. Хант, это не люди, это дебилы. Они думают, что за них все должны делать. Не так в этой игре происходит. Типа, если таких людей рейд собирать, получится рейд вайпов, а не нормальный рейд. Че, как-то нельзя там свичнуть, чтобы он хилил, разрыл своим хапалом? Какой-то хил спекнулся в ДДшника нормального. Который печет. У Вара есть спек ДД. Но он хорошо хиленал себе, он хобби пала перегонял. Ну типа думайте, я хуй знаю. Ладно, ну спит не стоит тогда у этого. Ну хоть два хули пала, просто они будут джагу между собой постоянно. Отбирать. Ух, вообще, какие никаких там проблем нету. В голове проблема у людей. Похуй, чья джага висит. Джагу кидает паладин для минутного бафа на скорость. Два хули пала нормально себя чувствуют. Что там, будет какой-то хил? Спек у кого-то есть из хилов в пятой пати? Да, Дешки. Вара, Вавра спекнулся, Ну вот и все, и свичните. В пати свичните этого ж, паладина, чтоб тотем ставил эршам, чтобы резал ману всем хилам. Элит бэджи, да, паладин этот? Да, ну чё вы, блядь, давайте, подходите, блядь. Спекни в хурпала, или бэд. Пристабав. Хурбав дайте. Пристабав. Кулаки, каски. Кончит первый. Вар? Да, за войну МТ. Можешь ловить. Только в слизни аккуратных не встань, потому что они убивают их починили. Мильки курят, Сзади мы. Забери с РДД пачки. Можете подходить бить мильки. Подведи под мильков этого моба. Thank you.
Захватите за войну. Веру не надо. Прохил танка. Идите дальше, аккуратно, слизни не вступайте. Кто вступил в слизни, вставайте и бегите. Кто вступил, тот дебил, блять. Первый раз. С другой стороны, он обойти. Я опять умер на слизнях, когда читал вот шмотки какие выпили. Если что, игра для 12-летних детей. Так, для справки там, блять. Они и раньше убивали. Мне кажется, я когда третий раз пойду, я тоже в слизи наступлю. Раньше игра была такая, машинки едут, надо между ними проскакивать. Ага, и то нахуй попадали в аварию, ебать, проскакивать нахуй. Я играл такую на Тетрис. Ебать, ты угораешь нахуй. В Тетрис-то не все могут пройти, блядь, ты чё? Задрули, лови. Нет, там ускоряется и все. И даже чемпионат по Тетрису. Ну вот, а тут чемпионат по Вовке, нахуй. Кто слизни сдох, тот дебил. Вот и все, нахуй. Вот это приз главный получает. ВП, нахуй. Или минус 50 крови. Та сова, которая, блядь, без чарок сокетов, нахуй, на второй день пришла, это вообще пиздец. Приз Эйнштейна, нахуй. 20 IQ, нахуй. Он, наверное, круг от квадрата не отличает, нахуй, что он такой тупой. Слюни там текут, наверное, сидит в рейде, блядь. Чё, чё-то писать не умудряется, блядь, в чат, это вообще пиздец. Ну... Это вот, представь, то же самое, себе аналогию провести. То, что ты вышел в футбольную команду, нахуй, и встал на поле, как дебил, нахуй. Когда все твои, нахуй, товарищи по команде хуярят, бегают, нахуй, забивают, нахуй, голы, блядь, отбивают, нахуй, врата защищают, блядь. А ты стоишь, нахуй, ты представь, нахуй, то же самое, та сова и дебил такой. Пример из жизни, нахуй.
крылорота ставят обычно. Чеснок, да нахуй, ты не вянь, блядь, чё ты, блядь, ты ж чеснок. Живучий парень. Панфургин, тебе шея с защитой вообще не нужна, потому что за счет таланта защита набирается. Ну какая, у меня прямо сейчас шея в разы хуже. А у тебя шея сейчас? У меня шея боешная с РЛК. За УД. Она на блок, на блок щита. Так а вообще, вообще защита не нужна. Ни блок, ни защита, тебе только сабля надо. Какая разница? Ему три эта шея все равно нужна. Если другим танкам не надо, ему отдавай. Там нужна на успех другим. На успех. Это на успех. Мне на мейн спек. Хуй пососут они на успех. Отдавай медведю. Успех, блядь. Эта шея медведю идет. Даже там и ты за меткость ее берут. Некоторые шмотки медведь берет с защитой. Это ни на что не влияет. Если защита есть, не значит, что ее нельзя брать. Единственное, что с парированием и с блоком вообще не берут, скорее всего. Потому что они не парируют и не блокируют. А вот защита уклонения немножко дает. Ее медведь берет из-за меткости, из-за выносливости. Тонус, давай шкаф. У кого Дживс был, не на КД? Хотя... Вася, поставь портал Дларан. А вот. Вот, как быстро слетаем. Сразу меня сумните обратно. Ну так что там с шеей решили? Сейчас я дам, сейчас. Кто вообще танки? Медведь и Вар? Или три танка? Три танка, потому что с респеком танка не нашел. Тактику тут все знают, или есть кто-то, кто молчит? Сейчас я объясню, сейчас я отдам ему. А как ты такой в три дырки выковырял в поясе? Ну там две дырки было и одну. А, я понял. Ну да, да. То я такого просто еще не видел. Немного прибалдел. Нет, оставайся в ДД, босса волят по решетке. Вот этой вот решетке босса волят за войню. На вас все тотемы сразу уберите на очищение, никто не диспейлит. Милики выносят метку черепка под стенку, а РДД выносит метку, вместе с хилами выносит метку черепка в другую сторону от босса. То есть босс идет по решетке против часовой стрелки, значит вы выносите за спину. Никто в уровне стоит, потому что лутаем большой дамаг. Милики аккуратно, под боссом будет развиваться лужа, за войну будет его отводить. Слизни будет держать протопал. Милики бьют в правую ногу и выносят черепок в стенку. Причина понимания.
РДД выносит черепок в противоположную сторону от босса. Сначала выносим к лестнице, потом по мере исчезновения луж, которые будет оставлять за собой босс, выносим на их места. Фул рибов дайте. Кто падал, ставлю рыбу. В ДД пока оставайся. Я думаю, захилит. Если холипал не будет вспышками продолжать хилить. Сейчас же 5 хилов. Да, у меня со стимулятором 5. Я просто вару взял, потому что она от хиба. Я думал, вот, не выбить. Вот у меня вопрос с крышами сразу. Как там? Блять, не могу прочитать. Долобен. Ебать, у тебя ник пиздец. Чё ты талант этот не взял? Он тут вообще нет. Ебать, не взял их, хули. Это ты, Ршам, да? Ну да. Ну, ты понимаешь, что надо диспейлить некоторых рейдов проклятия? Почему ты его не взял? Его брать надо обязательно, в обязательном порядке. А не то, что не взял их, хули, я тебе объясняю. Босс пускается. Не я первый тебе это говорю. Просто после рейда переделай. Сейчас за тебя два друида поработают. Перед лицом Милики никто не стоит. Пулить. Тоже встали, где стоит Войт и Гнилыч. Да, пуляй. Сейчас пусть пуляй. На пол дайте за войну. Прохил за войну. Отводи. Фьюри. Мутную слизь в эфире заберите. Протопал сказал, что на тебе трэш. Дерти вышел с меткой. В другую сторону. Она не сможет, наверное, исчезнуть до того времени, кто приведет уже просто. Ну вот яркий пример человека, который не знает тактику нихуя. От лужи отойдите, кстати, разливается. Спасибо, Гнидыча. Три танка вы дрочите, что ли? Заберите мутную. Афрагин, по тебе упал. К стенке ушел. Афрагин, дальше. Крэш, забери протопол. И полуже. Яшима вышел не туда, назад. Дима, там смотри за тобой, сейчас лужа аккуратно. Вот сюда, там где мах. Она исчезла? Да. Афрагин. Дубовый прожми. Далеко убежал. Он думает, там хилы стоят.
их забрать вышел. Кто, блин, вышел? Привет. Не выноси под босса, ни сюда неси, неси в другую сторону. Туда, где я выносил. Вот сюда. Иди за мной, сюда. Сюда выноси, сюда. Протопал, забери. Элизабет. Ты что, я тебя, тебя груз сорвал, что ли? Да нет, меня убили. Ну, типа, хрен его знает. Убили. У меня на каждом боссе так происходит почему-то. Я уже начинаю задумываться, что дело во мне. Да не, просто капа защиты нет. 547. Таковые шмотки падают, что ли, с некоторых боссов? У меня перекап даже. Плащ четырех боссов падает. Ну, он линканул информацию о смерти. Это просто не захил, скорее всего. Ставьте шкаф. Хантов столько, что, блядь, любой рейд позавидует. Для кайта мобов.
Так, я там выше ролл написал, мне 91 выпал. Это я на что заролил вообще? Я плащ хотел. 94-40. Окей. Сейчас релонусь, что у меня дон забагался. Тут нужно снятие берсы 100%. Не про. Но 3 а один будет точно снимать берсу, 2 кайтит. Самый сильный по ДПС пусть берсу снимает. Я Хантер, скорее всего, будет берсу снимать. На дальнюю поставили метку. В кружочке будет Димбич Хант. В звезде будет чеснок. Идете лужи, как они называются, ледяные ловушки, катите мобов по этим ловушкам. Автострельбой просто в них стреляете и вокруг лужи бегаете, постоянно ее обновляете. На пятой секунде истребления сводите мобов перед мордой боя, где сейчас босс стоит, в эту решетку сводите мобов. И ловите сразу новых. Все милики, РДДшники, свитчатся в мобов. Заливаем мобов, в которых лоу хп. А ханты, которые на метках, они продолжают ловить мобов с фулл хп. Я хантер и второй, кто там, ялдов, вы снимаете берсу. Усмиряющий выстрел, по-моему, называется. Танки, ваша задача за войну и протопал будете танчить босса. За войну МТ, протопал ОТ. Возьми в фокус за войну протопал. На нем будет вешаться дебаф, который вырезает хил. На втором дебафе, на 20% урезки хила, на 8 секунде этого дебафа таунтишь с него. За войну, в свою очередь, точно так же. На втором дебафе, на 20%, на 8 секунде таунтишь с него. И так по очереди. Причина понимания. Катя, тут у тебя сколько? 2 ханта, да? 2 ханта пока. Думаешь, не справишься? Ну, какие ники хантов? Чеснок. И Димбихич какой-то. Вы сами ханты два вот эти напишите, вы справитесь без танков это делать? Первый раз Димбич. Ну вот к нему сразу друида ставь. Друид, Unforgiving, с Димбичем пойдешь. А чеснок справишься в одного? Или тоже ставить танка? Я в танкоспеке? Снять. Ну ты в мишку просто прыгни, да. Чеснок, и таунти с... Говори. Ну, чеснок что-то молчит, или он в мут меня кинул. Это, ставь тоже танка к нему, потому что он сдохнет. Он мобы захуярит, и он сдохнет нахуй. Слэшер, ты да, по-моему, в десятке водил мобов. Ну, да, пускай с чесноком идет. С чесноком будешь. И кто их хилит? Какой хил из палок? А, Элитбет спекнулся в хули. Ну, Элитбет похилит их тогда. Я думаю, он справится, он же знает, что тут да как. Элитбет, ты в дисе? Чеснок просто решил не позориться и лопнулся на. Уши завяли у пацана. Нахуй, ну вот все теперь, блядь. Кто там?
Ялбаот и вот этот вместо чеснока пускай рассунулся. Может тогда поставить тотем Элима? Они убивают тотем Элима? Или они на него не агрятся? Нет. Убивают, но можно... Но там, ну, это вот... Когда маленькое... Элим второй по ДПС, не надо тут Элима ставить. Ну, хотов дохуище. Чеснок просто офнулся. Тогда Яхантер остается, а Ялдов будет водить с Unforgiven'ом. А Димбич со Слэшером. Димбичем с кем я теперь? Димбич со Слэшером. Вы идете в кружок, в дальнюю. Как босса спулят, вы сразу бежите туда. Даже можете сейчас аккуратно пройти по над стенкой к кружку. Вторые кого наз... Unforgiving, ты с Ялдофом здесь в звездочке. Вот, вот здесь в звездочке. Не на метке в звездочке, на ком на завойню метки, а вот стоит на полу. Я Хантер, ты снимаешь Берсу и дамажишь босса. Кто с Холипалов хилит этих четверых только? Элита Бет. Я его назначил, я ему сказал, я не знаю, он... Миник учела, с которым я на звезде стою. Кого из хантов звезду назначил? Вот, с тобой стоит рядом Ялдобов. Угу. Танки, вы свою задачу поняли? За войну? Ты, в принципе, знаешь все. Давайте, Ирчей, еще раз на понимание. А, сова вторая. Прижмись к стенке, если будешь давать звездопад, чтобы на себя мобов не загрить. Ну, на сове там с пула первый звездопад, второй звездопад держи. Это все на понимание. Мобы сразу появятся. Ну, ты увидишь, как они будут появляться. Слэшер. Даю ДБМ пул. Отведите босса ближе к воротам. Веду, веду. Агро набирал. На печеньке из хантов. Димбича, что значит Димбича? Окей, вижу, все. Не увидел. Забирай. Соло, стафолы выставляйте, когда будут мобы идти. На лоу. Медочка, аккуратно по агро. Иконы прожил. Unforgiving убили. Яшима побежал и резко в звездочку Unforgiving. Добрый. Афрагин, вставай. Захильте Афрагинга. Яшима, останься в звездочке, подхиливай. До истребления осталось. 10 секунд до истребления, сводим. Подведись в центр мобов. Зерно ли мобов продадамит? Тут мобы бегут.
Поэтому броски кидайте все. Маги новую дайте. Заберите новых магов. Ты не должен их танчить от могилы, ты должен от них убегать. Просто там на них кидаешь и убегаешь. Чё-то там нечистое с хилом, я вот гарантирую вам. Нет, это дырявый рейд, блять, это, ну, дырявая хуйня. Там, как бы, ну, на кружке лужи я не вижу от ханта. Демидыч там был, да, сдох. Они не знают, что такое кайтить. Ты его не должен бить, ты вообще стоять не должен, они должны тебя не бить вообще. Они стакают на тебе минус увеличение от физического урона. Ты видишь стак дебафа? Прочитай, медведь. Бегать. И бегай по луже бегай, по меньшему кругу. Чтобы они бежали по луже. Видите, вы не знаете, нихуя. У меня с Варкрафтом какой-то. Какая-то херня происходит. У кого? Ну, у медведя у меня. А чё, какая хуйня? Чёрный камень, чё? Ну вон мертвый ползает. Понятно. Ну лагает, нет. Давайте меня тогда меняйте, а на next когда я приду, пофикшую этот бред просто. Паладин сейчас у нас только на танках, или нет? Холи который. Там как-то странно, две атаки за 0,1 секунду, я вообще охуеваю. По 15, ну считай 16 и 18 тысяч. А до этого атака была за секунду, то есть, ну там нереально было прохилить. А стаки там вот эти на нем, на этом боссе, там снимать же надо правильно. То не то. На боссе Берса, ну там, там типа я хуй пойми, какая скорость у него. Ну вот типа 1.56. Минус 1.56, там получается 14 тысяч. Минус секунда 14 тысяч. И потом минус 1 сотая 16 тысяч. И в ноль во время смерти 17 тысяч. Это типа пиздец. Это я хуй знает, что это. Может реально берсой просто меня. Ну блять, ну не такая же скорость, не 1/600, блять. Прокнул скилл какой-то. Знаю, что там прокнуло, блядь. На торе какое-то, как у Энха. Неистовство ветра, как там оно называется. Вжух-вжух. Давайте я тогда пойду Warcraft фиксить. Менять меня. Извиняюсь. Да лучше, блядь.
Не, ну Мишка не знает, что там слабенький, у него пачка ХП нормальная была, в принципе. Ты же видишь, если у него не работает игра, то как он может быть сильным? Сейчас я релог сделаю. Че, какие идеи, как убить? Есть у кого-то? Я захожу на танка. Помогите мне, Дэйлом. Ну, если сильно надо, я могу сейчас на этом боссе зайти за танка, за своего. Да нет, оставайся на этом, на маге. Тогда так, три танка уже. У меня тогда ДСП хотя бы есть. Хотя тоже есть, но ничего страшного. Ставьте шкаф, суммонить не Дэйлона. Сейчас я доберу еще одного ДД. Там, кстати, Холли паладин, надо будет вкачать тебе сокру все-таки. Полезная штука. Качал нахуй. Плюс там еще есть талант, который увеличивает скорость каста. Как там это святой чего-то там, короче, лонг хил, который основной. Что, не вкачано? Какого-то паладина смотришь? Он который тут второй лиз. Да, у вас вспышка света вообще кассета. Сидел все время почти. Ты ему на отхибе говорил, то, что нужно хилить света небес, не знаю, чего он А я сейчас отхил открыл, а там того паладина вообще нету в отхиле. Это так и должно быть. Который ливнул. Вот который написал. Ты точно нужны... того смотришь? Не нужно идти, который вот этот вот. Он не хилил нихуя. Это же хил был. Он просто нихуя не хилил, понимаешь? А, подожди, не, это я тупой. Я прокрутил рекаунт. Оказывается, хилил. Или бета, может, ты смотришь? Не-не-не, я прокрутил вниз, короче, а там, получается, только или бет был. Все, я увидел, хилил. Ну, по-моему, вспышка света все равно сильно большой процентаж, я не уверен, но типа я когда хилил на холике, то там чаще намного свет небес нужно кастовать. Я только свет небес и кастую на холипаде, я вообще вспышку света очень редко использую. Когда проклят прилив света, или как он называется, прилив сил, тогда я использую. Смотря какой то маг захиливаешь. Ну это тоже, да. Понятное дело, но тут ты видишь, по 17 тысяч бьет. Там криты по 14, скорее всего, светом. И то, если... Ты креветки идешь сегодня в рейд? Да, я иду, третий же этот. Я в нем. Я, наверное, еще чуть-чуть и тоже пойду отдыхать перед рейдом. Пугов всегда тяжело собирать из-за того, что такие вот петухи присутствуют, которые нихуя не знают. Плюс еще без чаров, без камней, без всей этой хуйни. Они постоянно вот, ну,
они ничем никому не обязаны, они ливают, если захотят, типа. Чеснок взял, лопнулся молча, никому ничего не объясняет. Вот этим хуёво спуганит. Поэтому надо их хуесосить. Говорить, что они пидоры, если у них камней и чарок нет. Когда берешь, я не знаю, как-то смотреть на них, хуй знает. Спрашивать тактики. Ну, это, конечно, их хуй знает, долго. Я поэтому пугов и не собираю. Я пытался 12 числа собрать V-Raid. Было подписано 20 человек. Ну, там плюс еще Роланда с базукой и вас не подписаны, потому что они с ним в гильдии. Но они сказали, то, что они будут. В итоге онлайн был там человек 12, и из них человек 10 пройдет. Ну, сколько прошли, столько прошли. Ну, а так, что? Ну, да, я тоже, потому что я, скорее всего, в третий рейд тоже сейчас пойду в ЛВП. Ну, я посижу, возьмет меня Камасутра, не возьмет, или кто там будет релом. Сейчас страй дадим, не убиваем. Ну, я сейчас добираю людей, если никого не будет. Да мне кажется, лучше уже нахуй расходиться. Просто заебешься сейчас забирать нахуй 4 человека. Ну, лута у меня нет, я лут весь раздал. Прото да на сегодня, завтра постараюсь до проноса перестроить. Добавьте меня в друзья. Те, кто захочет, приходите. Нет, мы не ПВП. Пока что, может быть, потом будем, может быть, не будем, я не знаю. Время. Также я начну сбор где-то примерно в 15. Дай клетку портал. По МСК. Куда? Куда? Давай. 3 часа. Я гильдейским, я напишу в гильдии. Во сколько? Давайте. Всех жду. Полегче, там сейчас Долоран разорвет сразу 3 портала.